общем, что вам сказать? Думаю, что ни для кого не секрет, все знают, да, что у нас в Украине уже больше 2 месяца идет война, Россия напала на Украину, все это до сих пор продолжается, обстреливают, бомбят города, гибнут мирные жители, что, я думаю, так повергает всех в состояние и шока, и депрессии, и агрессии, и всего остального. Не могу похвастаться ничем позитивным. Естественно, мы уехали 24 числа, в первый же день войны. Многие, наверное, видели с детками. Уехали в Ригу, в Латвию. Я к своему мужчине. И ехали 4 суток. Это было долго, тяжело, сложно. И была в состоянии каком-то, наверное, не очень адекватном психологическом. Логично, наверное, как и все. Потом страницу мою удалили. Момент, который я точно должна таки озвучить. Надеюсь, что озвучу единожды. Многие из вас видели, что меня там записали чуть ли не в предатели Родины. Я не молчала, пока была возможность. Потом мне такую возможность закрыли, заблокировали страницы. Мне негде было говорить, пока еще там у меня было какое-то более-менее состояние. Я писала много в телеграм-канале у себя. Я люблю свою страну, я украинка, все равно мы эти украинцы. И я искренне переживаю за то, что происходит в моей стране, и все равно буду, надеюсь, что сейчас тоже это как-то озвучивать, транслировать. Но без экстремизма, без вот этого сумасшедшего какого-то негатива, ненависти и так далее, просто показывая, что война действительно есть, и помогаю, насколько я могу.